Мой голос внутри кричал: ты моя судьба. Верю, мы не станем никогда оставаться похожими, но оставаться прохожими в этом безумном мире. Я готов яркой вспышкой солнца лететь, согреть тебя, если даже суждено сгореть. Твои слова я запомнил навсегда. Эту любовь нам подарили небеса, а листья в саду так и продолжают лететь. Нежность твоя в моем сердце останется навек. Привет, меня зовут Кемран. Я приехал с Кабардино-Балкарской республики, город Тырныауз. Учился я в СК ГМИ, здесь, во Владикавказе. Проучился 5 лет. Ну и потом уехал в Москву. Сейчас я работаю там. Там проживаю. О проекте узнал от моего давнейшего друга Алисаева и Ирбека, за что я очень благодарен этому человеку, что я попал сюда. Сейчас я нахожусь здесь, мне здесь обстановка очень нравится, веселые ребята. Я надеюсь, что этот проект нам даст всем огромную пользу. И я, по крайней мере, постараюсь сделать так, чтобы этот проект был популярен в этом городе и во всем мире. В основном я сейчас занимаюсь музыкой, это стиль рэп. И начал заниматься им совсем недавно, года два назад. До этого ничем не занимался. Это все у меня пришло, когда я просто начал писать стихотворение. И после этого понял, что, наверное, все-таки может получиться у меня и написать какую-то музыку. Сейчас я намерен заниматься этой музыкой уже вплотную, потому что мне это дело нравится, это меня вдохновляет. Особенно меня вдохновляют мои слова, которые я черпаю из внешнего мира, особенно из такого понятия, как любовь. Моя аудитория — это мои друзья, мои знакомые, те, кто меня знают. В принципе, моей аудиторией является это место, город Владикавказ, потому что именно в этом городе я начал эту деятельность, именно в этом городе я начал расти, как находить себя как музыкант. И за что я очень благодарен этому городу, этой республике, за то, что она меня воспитала именно таким человеком, каким я являюсь в данный момент. Сейчас я нахожусь в этом городе, в этом проекте X-Remix. В будущем я уверен просто в этом, что я добьюсь той цели, что я буду выступать на каких-то больших сценах. Я добьюсь того, чтобы меня узнавал народ таким, какого я есть, простого уличного парня, который просто хочет выбиться из толпы и доказать миру себя. Я сегодня исполню авторский трек, называется «Для нее». Я участвую в проекте X-Remix на канале Медиа 15. Дает мне силу о ней все слова, о ней мечтает вся земля, она останется на века. Ты моя кровь, моя душа, о ней все слова, о ней мечтает вся земля. Музыка останется на века. Ты моя кровь, моя душа, история.
история моя не закончится никогда. Вера в свои мечты и самого себя. Человек, умеющий в жизни брать все, не потеряй то, что подарил Бог. История словно природная, инь и янь. Я последний герой в этой битве за рай. Ошибки и грехи, ну как же без них? Одно правило игры, просто уметь жить. Триллер завернет сюжет, что совсем не понять. Судьба хранит в себе кучу загадок и тайн. Ведь войну выиграет не самый сильный, а тот, кто умеет силу перебить верой. Остается только жить по заданному плану. Слова для людей, кто умеет слушать правду. Музыка вечна, не имеет ни конца, ни края. Большой, чистая, как вода из океана. О ней все слова, о ней мечтает вся земля. Она останется на века. Ты моя кровь, моя душа. О ней все слова, о ней мечтает вся земля. Музыка останется на века. Ты моя кровь, моя душа. О ней все слова, мечтает вся земля.